Так, всем привет! И я нашел самую страшную фан-пародию игру про FNAF. Про... Мне просто смешно, когда я пытаюсь это сказать. Это уже, наверное, раз пятая попытка, когда я пытаюсь это произнести. Короче, игра про Байдена. Байдена, который будет бегать по пиццерии. Hello. Hello. Welcome to the White House. I'm Elon Musk, and you must be the new security guard. Добро пожаловать в Белый дом. Your job is nobody gets in or out of the building. Try to keep an eye on Obama. He becomes pretty active as the night progresses and А что так быстро тратится? If you see him getting close, you can close the door and he will leave eventually. Обама. Take a look under your desk. See that vent? That vent is directly connected to Joe. Я могу закрыть дверь. Joe is sleeping in his room. That's why he's known as Sleepy Joe. А, нет, Make это... Что? Трамп? А почему здесь Трамп? Now, as you may have noticed already, Trump is currently in the basement. Не понял. We moved him there after это переключить комнаты. А вот и Байден. Спит под свою любимую музыку. Since the building has a limited amount of power, естественно. If Trump messes with one of the power units, you can give him a small shock. По носику могу? Могу. Anyways, I think that's it. I'm sure you'll do fine. Так, а здесь не работает камера или ее сломали? Обама. О, проснулся. Так, ты здесь? Дональд Трамп. Так, я могу бить шоком кого-то. Именно в другой комнате. Что делать? Не вылазь. Ау! И что мне надо было делать? А объяснения будут? Что мне делать, когда на меня нападают? Как их... как защищаться от них? Нет? То есть я беззащитен? На меня напал... Трамп? Непонятно за что. Током бить я его не могу, шок. Да. Именно в его комнату не могу. Заткнись. Он сломал мне какую-то комнату. А, то есть он мне не камеру сломал в пятой комнате, а просто что-то сломал, из-за чего он пробрался ко мне. Но что именно и как это починить? Это уже другой вопрос, да? Не просто так же мне везде показывают электрощиток. Как мне защищаться от него, когда он пролазит ко мне через вентиляцию? Now, as you may have noticed already, Trump is currently in the basement. Так, спи. We moved him there after так, a recent отдыхай. Incident. Some important electrical units can be found in the basement. It's very important these are working properly, since the building has a limited amount of power. Trump messes with one of the power units. А, вот почему он ко мне пришел. Это из-за музыки. Я должен ее постоянно восстанавливать. Это как марионетка. Удивительно. Шестая комната. Шестая комната. Нужно восстанавливать музыку. Прикольно, кстати, придумано. Только непонятно. Она так скрыта еще. Как-то... ужасно. Ага. Здорово, мужик. Ты чё? Здорово, Обама. Я должен заранее закрывать или что? Так. Ты на месте, тебе восстанавливаем. Обама. Что-то написано. А, декларация независимости? Нет? Алло. Как ты? Уходить будем? Или просто постоим? Он же в любом случае должен будет заглянуть, да, ко мне? Так, Обама на месте. Обама самый спокойный. Самый лучший президент. Обама. То есть, какая Обама? Дональд Трамп. Здорово. Пока. Ага. А, нет, смотрите. Что-то сломалось. Where does this stop? Ага. Он
ломал мне щиток, чтобы я не мог пользоваться светом. Великолепный план. Только против меня не работает. Запомни это. Так, вроде бы все отбил. А, кстати, понятно. Теперь-то все понятно, как нужно отбиваться. И это все? Неужели здесь будет какая-то одна ночь? И, к сожалению, все. Дональда Трампа бьем шоком, чтобы он не трогал электрощитки, которые могут отрубить нам свет. Так, Обаму просто закрываем. Не даем войти к нам домой, потому что, ну, черный. Как бы грустно это ни звучало. Ну так и есть. Так, меня беспокоит, что... Он где-то слева, да? Здорово. Обама. Опять он что-то делает. Дональд, хватит. Успокойся. Я понимаю, хочется. Но нельзя. Мне тоже много чего хочется. Уходи. Обама. Это пойдет на превьюшечку. Так, ты еще не уходишь, я понял. Я понял, что ты не уходишь. Ну, уходи. Кондосику. Уходи. У меня, кстати, энергии мало. И время только половина, ё-моё. Звук странный от камер исходит. Так, пока восстановим, чтобы ты спал. Не вставай, ты уже старый, тебе пора на покой. Здорово. Ага, привет. Как твои дела? Так, Дональд спит, хорошо. Отдыхай, не надо. I'm very proud of you, man. Yeah, you're doing good. You really are. На одно и то же место. Good job. Спасибо. У меня было приятно, спасибо. Меня похвалили. Великолепно. Этого я и хотел. Когда не открывал дверь Обаме. Так, у меня мало заряда энергии. Я слишком часто закрывал двери и использовал свет. Энергия здесь максимально быстро тратится, да. Это плохо. Ты ушел? Нет. Тут. Так, у тебя еще много мест, где ты можешь что-то сломать, но ты идешь на одно и то же место. Используй какие-то другие места. Опять ты. Может, хватит? Прекращай. Я не могу отягощиться. Так, я походу не выживу, потому что ну, энергии нету. Энергии ноль. Что это за звуки были? Обама. Обама. Давай. Так, отдыхай. Тебя заряжаем. Грустно, что здесь только три персонажа. Хотя... Куда? Куда энергия пошла? Не понял. И все, да? Великолепно. Великолепно. Я помер. Это грустно. Что будет? О, нет. О, нет. Не надо. Не надо. Я буду платить налоги. Пожалуйста. Можно закрыть. Ну нет у меня денег. Что поделать? Я отдам за свет. Они тут со мной. Шоуда! Спасибо. Ух, это... Безумно странная игра, там есть дальше ночи, но я не уверен, что там будут персонажи меняться, а мне пора на работу. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока.